24 августа в актовом зале администрации состоялось семинар-совещание по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов городского округа 6-го созыва. Информацию о ходе подготовки к проведению выборов предоставил председатель территориальной избирательной комиссии Ибрагим Дадаев. Количество избирательных участков у нас 40 в городе. Количество членов участковых избирательной комиссии 280 человек. Они члены все с правом решающего голоса. Количество избирателей 66 тысяч человек. Количество партий, зарегистрированных для участия на выборах, 5. Значит, это Единая Россия, Компартия, ЛДПР, Справедливая Россия и Трудовая партия России. Количество кандидатов всего 134 человек. Количество мандатов в собрании депутатов 25. На собрании приняли участие глава города Зайнудин Акмазов, заместитель председателя городского собрания депутатов Мирза Магомедов, представители правоохранительных органов, МЧС и прокуратуры, руководители организаций и учебных заведений. В своем выступлении глава города обратил внимание на необходимость обеспечения явки избирателей на выборы. Мы для организованного проведения выборов создали, как и прошлые выборы, разделили город на 6 округов, по 6 округам будет ответственный на каждом округе заместитель главы, на каждый участок мы назначили наших представителей, как уполномоченных. Вот эти люди будут заниматься вот сегодняшнего дня обеспечением работы участковых комиссий. Там нужно обеспечить наличие противопожарной безопасности, система обеспечения безопасности общей, камеры наблюдения, а председателям участковых избирательных комиссий надо уже сегодняшний день быть на месте. Если возникают вопросы по спискам избирателей, там вносить изменения, помещения должны быть готовы, транспорт должен быть обеспечен на каждый участок. По поводу обеспечения общественной безопасности в канун и в день проведения выборов выступил временно исполняющий обязанности командира батальона отдела МВД России по городу Хасавюрт Эльдар Шахбанов. Также слово было предоставлено заместителю прокурора города Магомеду Мажидову, который рассказал об ответственности за нарушение законодательства страны о выборах и референдумах. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за соответствующие нарушения в сфере избирательных прав граждан. Ну, конечно, весьма непростой выглядит конструкция состава преступления против избирательных прав граждан. Где-то, может, для вашего восприятия где-то и сложно. Но, тем не менее, Уголовный кодекс Российской Федерации определяет некоторые нормы, которые несут ответственность за наиболее тяжелые незаконные действия в ходе электоральной процедуры голосования. В частности, вот статья 141 Уголовного кодекса Российской Федерации – это воспрепятствование осуществления избирательных прав и работе избирательных комиссий. Далее, статья 141.1 Уголовного кодекса России – это нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения и так далее. Также статья 142 Уголовного кодекса – это фальсификация избирательных документов, документов о референдуме, ну, как гласит соответствующая диспозиция. Прошу обратить на это особое внимание. В ходе собрания также были озвучены вопросы соблюдения норм и правил пожарной безопасности, наличия необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в учреждениях, где будут располагаться избирательные участки. Сарема Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».